Всем привет, дорогие подписчики, уважаемые зрители. Сегодня у нас понедельник, 27 января, время 20:29. И самое время обновиться до самой новой прошивки. iOS 18.3. Итак, обновлять я буду сегодня iPhone 15 Plus, мой основной аппарат на 256 гигабайт. И для начала давайте зайдем в настройки, как обычно. Основные об этом устройстве. Итак, версия iOS у нас 18.2.1. Возвращаемся назад. Нажимаем на обновление ПО. Смотрим, что у нас выходит. И как мы можем видеть, у нас появилась прошивка iOS 18.3, доступная для скачивания. Давайте нажмем подробно и посмотрим, что здесь изменилось. Вот, вкратце здесь описаны все улучшения, которые доступны в этой прошивке. Вот. И нажимаем обновить сейчас. Если у вас включен код-пароль, вводим код-пароль. И видим, что у нас обновление запрошено. Все, телефон у нас обновляется. Естественно, телефон нужно, чтобы был заряжен как минимум на 50%. Как видите, телефон у меня заряжен на 66%, что вполне достаточно. Вот. Так что оставляем наш телефон на столе и пусть он у нас обновляется. Итак, наш iPhone обновлен до последней прошивки iOS 18.3. О чем нам говорит это сообщение? Вводим код-пароль телефона. И если у вас стоит код от сим-карты, вводим также пароль от сим-карты. Так, сеть у нас поймалась. Вот она. Все, с интернетом мы соединились. И давайте зайдем в основные об этом устройстве. Все, как мы можем видеть, у нас прошивка обновилась. iOS 18.3 в скобках 22D63 со всеми обновлениями и улучшениями. Давайте перепроверим ПО. iOS актуально. Все у нас хорошо обновилось. Таким образом, мы с вами легко и просто перешли на iOS 18.3. Включу Mac Mini и проверю также обновление на новую прошивку. Итак, смотрите. Приподнимаю так его, включаю, и мы плавно переходим к настольной версии Mac OS. Итак, мы находимся на рабочем столе моего Mac Mini. Давайте я покажу сейчас, что это действительно так. И как мы можем видеть, у нас стоит Mac OS Sequoia версии 15.2 в скобках 24. C101. Версия у меня на немецком языке, но здесь, в принципе, все и так понятно. Нас интересует только обновление. Итак, вот те же самые данные, пожалуйста. Обратите внимание, что, значит, в Австрии до сих пор, пока до обновления с версии 15.2, недоступна функция искусственного интеллекта. Вот, Apple Intelligence и Siri. То есть, вроде как должна она появиться в этом году, весной, вот. Возможно, она появится, эта функция, после обновления. Я не знаю точно. Вот, значит, что я делаю всегда. Я захожу в основные, Software Update. И здесь у нас можно вот видеть уже, что наш компьютер нашел новую прошивку. Вот. Mac OS Sequoia 15.3. Нажимаем Jetzt актуализирован, акцептирован. Вводим пароль. Enter. И происходит загрузка новой версии Mac OS. То есть принцип обновления абсолютно схож с тем, что вы делаете на iPhone. Только на Mac OS это делается из настроек точно так же, как примерно в iPad, либо в операционной системе Windows. Вот. Все. Сейчас мы ждем, пока наша Mac OS скачается, компьютер обновится и перезагрузится. Как видите, размер обновления на компьютере занимает 2 гигабайта 54. Версия Mac OS Sequoia 15.3 у нас скачалась. И нам необходимо перезагрузить наш компьютер. Мы нажимаем перезагрузить Jetzt Neu Starten. И уже увидимся в новой версии Mac OS.
Итак, наш компьютер обновился. Заходим в системные настройки. И видим версию macOS Sequoia 15.3. Все у нас прекрасно обновилось. Давайте мы сейчас еще раз зайдем в основные обновления программного обеспечения и проверим еще раз доступные обновления. Все, у нас самая последняя версия. Теперь мы можем пользоваться самой новой версией macOS на вашем компьютере. Вот так это просто делается. Ребят, я оставлю ссылку на список изменений в iOS 18.3. Здесь все будет написано, что именно поменялось подробно на русском языке. Можете ознакомиться. Список совсем небольшой, но в принципе очень приятно, что компания Apple выпускает постоянно обновления, и у нас с вами всегда есть возможность использовать самую новую прошивку. На этом у меня все. Огромное спасибо моему спонсору канала за то, что остаешься со мной и поддерживаешь меня платной подпиской. Если вы хотите стать спонсором, то также можете становиться спонсорами для того, чтобы видео выходили чаще и были информативнее. Всех благодарю за внимание. Подписываемся на канал, если еще этого не сделали. И увидимся в следующем видео.